Добрый день, дорогие друзья, а также наши только вновь подписавшиеся. Рада приветствовать вас на нашем YouTube-канале Профикос. Сегодня хотелось бы сделать обзор с вами на бренд Milagro, украинский бренд, у которого есть так же, как и сахарные пасты любых плотностей, и также средства до и после депиляции. В данном случае обзор сегодня будет на сахарные пасты. Здесь представлены ультрамягкая, жесткая и средняя. На нашем сайте, в нашем интернет-магазине profikos.com.ua, ссылка будет в описании под данным видео, вы можете пройти. Объемы есть разные. Есть 200 грамм, 300, 500, 700, есть кило 300 и 3 килограмма сахарных паст. Вот такой вот бренд Milagro, который выпускает в абсолютно разных, удобных для вас объемах. Начнем мы с ультрамягкой пасты. Она очень пластичная, мягкая, также быстро нагревается до температуры тела. Ну и, соответственно, название говорит само за себя. Она будет мягко, легко, нежно удалять любые волоски. То есть это пушковый волос, это не жесткий волос. Паста отлично подойдет для мастеров. Ну и также отлично подойдет для обычных пользователей. Предназначена она как бы для бандажного, да, шпательного и также мануального метода депиляции. Имеет довольно жидкую консистенцию, ну и подойдет для комфортного удаления, как я уже сказала, тонкого волоса на руках, ногах. Также это зона лица и зона губ. Я открываю пасту, мы с вами вместе ее посмотрим. Как вы видите, здесь защитная крышка. Вот, вот такая вот паста. 200-граммовая. Также здесь у нас представлена в этой серии средняя паста. Здесь я как раз взяла объем побольше, чтобы вы могли видеть, как выглядит сама коробка. По средней пасте. Средняя паста также очень пластичная. Считается она как бы универсальной. Да, применяется во всех областях тела. Плюс средняя паста довольно, скажем так, экономная, потому что она хорошо захватывает волоски. Ну и относительно долго сохраняет все свои рабочие качества. Вот. Также средняя паста прекрасно подходит для зон бикини. И жесткая паста, вот видите, они отличаются по названию, по объему и капельке. Milagro, в принципе, картинка одинаковая, сам дизайн каждой сахарной пасты. Ну вот, по вот данному цвету вы можете различать плотности данных паст. Жесткая паста, как бы сахарная паста, она используется при ручной, то есть при мануальной технике больше, в шугаринге, да, при процедурах с повышенной температурой в помещениях, да, а также если у мастера, вот, например, у самого мастера теплые руки, что она сразу будет максимально податлива. Она идеально подходит для удаления жестких волос в области бикини, подмышечные впадины, это ноги, зона ног у мужчин, поэтому вот для этого именно и предназначена жесткая сахарная паста. Вот такой вот легкий обзор по пастам. Конечно же, вы можете ознакомливаться со свойствами и выбирать плотность, подходящую вам, и также, соответственно, объем, проходя по ссылке в наш интернет-магазин Profikos. Выбирайте бренд Milagro. Наши клиенты очень довольны. И не забывайте также подписываться на наш YouTube-канал и ставить лайки.